Hey. Газета. Я ее каждую неделю получала. Я ее читала с третьего класса. Вашу мангу. Я, ну... Я это, я... Я... Я ваша большая фанатка. Можно получить ваш автограф? Ой, бумага, на чем писать-то? На чем? На спине. Распишитесь у меня на спине, пожалуйста. Ну, если хочешь. Мои любимые – это любовный четырехугольник, который был выпущен на второй неделе августа в третьем классе. А еще мне нравится история про Сасаки, которую выпускали с января по март в четвертом классе. А в пятом и шестом классе все ваши работы были великолепными, божественными просто. Я вот никогда не успеваю вовремя дорисовать инком. А вы каждую неделю рисовали, еще ведь в школу ходили. Просто невероятно. Даже думать было страшно, что мы на одной параллели. А когда в пятом классе и качество вашего рисунка, и ваших сюжетов стали расти огромными темпами, я вновь убедилась, что вы гений манги, Фудзино-сенсей. Почему вы вдруг перестали рисовать Янкома в шестом классе? Ну, знаешь, вообще-то я сейчас прорабатываю историю для конкурса манги, так что пришлось прекратить, чтобы получше сконцентрироваться. Как конкурс манги? Невероятно! Хочу, я очень хочу увидеть. Потрясающе! Покажите, пожалуйста! Ну, я, типа, проект пока только у меня в голове. Там я его уже давно завершила. И осталось только все на бумагу перенести. Что? Правда, что ли? Божечки, как же я хочу ее увидеть. Ага. Ну, покажу тогда, когда закончу. Дождь начинается, так что я побежала. Пока. До встречи. Та-дам! Мама помогла открыть мне счет в банке. И я тоже открыла. А еще гляди. Я сняла 100 000 йен. Что? Даже дом на эти деньги могла купить. А ты хочешь? Да ладно тебе, пошли прогуляемся, я угощаю. Разве ты не хочешь накопить на что-нибудь? Да какая разница? Нарисуем еще мангу и будем просто купаться в деньгах. Пустим деньги в оборот на благо экономики. Спасибо тебе за сегодня. Мы тратили на все подряд, а ушло всего 5 000. Я рада, что вышла из комнаты. Что? По правде говоря, я боялась сегодня выходить наружу. Я ведь перестала ходить в школу, потому что боялась людей. Но сегодня мне было очень весело. Я рисовала, потому что скучала дома. И мне было нечего делать. Но теперь я рада, что начала рисовать. Фудзино-тян, спасибо, что помогла мне выйти из комнаты. Отблагодаришь меня 100 000 йен. Чего?
предлагаете сериализацию? Главный редактор хочет, чтобы вы начали проект после окончания школы. К 17 годам у вас уже 7 опубликованных ваншотов. Если честно, не знаю, почему раньше не предложили. Прости, я хочу поступить в Академию искусств, так что не смогу помочь себе с сериализацией манги. С чего вдруг? Ну и ладно, черт с ним. Ты ведь только задники рисовал. Наберу ассистентов, пусть занимаются. Но ты понимаешь, что поступать туда глупо. У выпускников художки никаких карьерных перспектив. Знаю, да. Тебе придется говорить с толпами незнакомцев. Я постараюсь. Если останешься со мной, то все само собой образуется. Я хочу перестать полагаться во всем на тебя и попробовать стать независимой. Но тебе же будет скучно, зуб даю. Нет, не будет. Конечно, будет. Да к тому же ты ни за что сама не справишься с студенческой жизнью. Справлюсь, я научусь. Не справишься, ты даже с кассиром в магазине стесняешься говорить. Я буду пробовать. Да у тебя не получится. Но что? Я хочу улучшить свои навыки.